И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Эмтор Рояль. И помнится, как-то довольно-таки недавно мы с вами сравнивали МК-14 Кобру и МК-14 Сталь. Ну а сегодня я подумал, почему бы взять и не сравнить зеленую МК-ху и МК-ху высшего качества. Типа, самый ужас и самый топ. И посмотрим, насколько большая разница и насколько комфортнее с вышкой играть, нежели чем зеленой. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, а это не может не радовать. Ну а мы начинаем, погнали! Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных магазинах. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой списочек покупок. И, как видишь, тут даже не самый маленький суммы сделок, и все до одной успешные. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. И начинать мы с вами будем как раз таки ровно с зеленой МК-хи. Просто как по мне, с ней самое интересное будет. Ну и Ace-32 в роли помощничка, подствольничка, да и на крайний случай пусть будет. Кстати, еще и точка респа довольно-таки необычная. Обычно меня совсем в других местах спавнит. Оу. Стальной босс. Все. Тут однозначно. Идем, значит, на школу. Ну, по крайней мере, я еще надеюсь, что там народу побольше будет. Серьезно? Даже боты не тронут? Ладно. Мне ж от этого и лучше. Чисто сейчас без палева пролетаем и забираем босса, а потом просто всех подряд встречать будем. Это на школе уже? И на магазике, и на школе. Ладно. Нам по-любому сначала на школу. Я пока что в радиацию вообще не тороплюсь. Блин, походу зря я это только что сделал, да? О, он типочка прям на боссе забирает. Просто срочно туда. Серьезно? Капец. А чё так быстро-то? Да. Я думал, сейчас прям как в замес-то попадем. И нифига мы не попали в замес. Зато просто все самое вкусное нам и оставили. Так, ну все. Тогда буквально минутку прям подождем. Может, кто еще подойдет? И будем дальше двигаться. Капец. Первый килл и по итогу вообще с подствольника. И что-то я не вижу, чтобы кто-то прямо рвался сюда. М-да. Видимо, все-таки лучше надо было идти, наверное, на магазик, а не сюда. Ну а так все. Раз тут тихо, то дальше идем. Эй, прыгай давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще кто? А точнее, откуда? Ну, здрасте. Вот откуда он тут появился? Ну, не было же никого. Капец, и опять там на магазине замеса. Ой-ой. Ой-ой. Я его заметил. Чисто битва века. Он свалился. Я же говорил, нам подствольник нужен.
Так, быстро хилимся. Оказывается, это вообще не тот типочек был. Тот вон за деревом гасится. Ну и? Типа я его не вижу. Ну высунь ты голову. Чуть-чуть хотя бы. Не, ну тычка есть. Хотя бы что-то. Капец. Ладно. Это вот сейчас вообще не раз неожиданно было. И что теперь делать? Отъезжать нельзя. Тут просто миллиард всего лежит. Ой-ой. Ой-ой. Опять живем. Не, больше не живем. Но, блин, тут вообще безвыходная ситуация была. Серьезно? Опять то же самое место? Огонь. И, как ни странно, но МК-то у нас осталось. Но вот первый стальной броник минус. Но я думаю, ничего страшного. МК-ха все-таки пореже будет. Только в этот раз по-другому отыграем. Типа не на школу пойдем, а на второго босса. Опачки. Готов. И, кстати, второй боссик-то кобра у нас. А вот и Сталик подъехал. Просто только что потерял. И тут же его и раздобыл. Еще и на обвесах. Не, вот ровно за это я и люблю конец сезона. Тут просто все максимально фул гоняют. Вопрос. И вот куда сначала бежать? Типа у нас справа люди. И на боссе люди. Блин, самое главное, чтобы этот парнишка справа в спину не зашел. Иначе будет плохо. Гори-гори, ясно. Блин, надеюсь, поджарили. О, АКМчик выручает. Не зря с собой взял его. Ну и? На улицу пошел. А вот это нехорошо. Вот где он? Капец, из-за этого ботает? Я теперь понятия не имею, где типочек. Да. По-любому ушел за забор, упал на землю и уполз. Но лично я бы так сделал. Кстати, хаешечка. Которая нифига мне не помогла. Ладно, еще раз сейчас зайдем. Кстати, мы опять полностью целые. Не, однозначно, сегодня наш день. Ну что, попытка номер 3. И чего-то пушки у меня не хотят появляться, я так понимаю. Да.
Но на этом респе, я думаю, вообще без вариантов оставаться. Мне кажется, отсюда просто сваливать надо. Типа, куда-нибудь на школу? А там уже будем либо перезаходить, либо ждать, что появится. Серьезно, там еще и на школе уже люди. Ну вот. Вот это уже совсем другое дело. И я так понимаю, пока мы перезаходили, типочек все-таки босса забрать уже успел. Но ничего. Не думаю, что он успел зато далеко уйти. Только вот мы без подствольника. Чисто МКХ и на помощь АКМ. Ну, я думаю, сейчас что-нибудь придумаем. Это тип? Или босс? Не понял. А где типочек тогда? Если это босс, а куда тип тогда делся? Чего? Да он типа за забором засел. Ну как за забором? Где-то вот тут на стенке. Так, ладно. И тут нету. Капец, он свалился просто. И убежал. Не, не долетит. Окей. Не хочет, как хочет. Заберем босса, а потом за ним пойдем. Тем более сумка шестая. Давай, стой на месте. Так, красненький. Вот почаще такие боссы падали бы. А то все фиолетовые да фиолетовые. Не, ну все, осталось только типа этого найти. Который убежал, но обещал вернуться. Вот куда он делся? Типа по-любому лежит где-нибудь под кустом и ждет, когда я пойду за ним. Чтобы он просто взял и закрыл максимально легко. Не, он вообще там понял. Да. Ладно. Три попытки есть. Я думаю, пора доставать нормальную, топовую МКХу. Типа с этой прикольно, весело, но что-то ее качает прям до жути сильно. А вот сейчас посмотрим, как будет себя вышкой вести. Но мне кажется, разница просто колоссальная будет. Так, а вот теперь вот на контрасте прям уже и посмотрим. Теперь-то МКХа вышла. Типа зеленый прикольно, играть можно, но реально ее чересчур сильно трясет. И прям чувствуется, что ну не хватает пары попаданий. Вот хоть убей, очень мало урона. Да и блин, кто вообще будет просто так, прикола ради, играть с зеленой МК? Она же бесполезная по сути. О! Первый типочек. Нам срочно туда надо. Он же на босса побежит. Оу, а босс-то еще и кобра. Огонь. Еще и на руку мне. Чего?
Это чё за АМР-ка слева? Капец. Вот чё за странный тип? Зашел и ничего не делает. Всё, навели шороху. Я же надеюсь, сейчас босик переагрился. Ой-ой, ой-ой. По-моему, кто-то подгорел. Чуть-чуть совсем. Давай, дронов выпусти. Меня там в окно в спину не заберут? А то расселся тут. И еще остальные дроны. Да хорош. Куда столь дронов-то выпускать? Еще и разлетелись. Ну шикарно. Все, больше не будет. О, даже розовый. Фига себе насыпало. А я куда это все складывать должен? Фул розовый. И две туп-пушки. И тут типа еще кто-то пришел. Да. Не, ну эта катка мне уже больше нравится. Только с патронами немного беда. О, налево ушел. Вопрос. И что он с этого хочет сделать? Типа обойти меня как-то? Блин. Странный тип. Еще и сумка опять баганулась. Вот куда это все складывать? Мне просто не под... Вообще ни под что места нету. И ноль эмоций. 100% сидит за деревом и чекает окна. Все. Готов. Ищи фейк на кого-то. Ну, точнее, на Андрея. Да. Странный тип. И еще один тип, который, видимо, вообще мимоходом проходил. Ладно. Тут хотя бы ничего такого ценного не выпало. Но только фул разрыва. Не, ну теперь эту четверку забирать надо. Во-первых, откуда он тут взялся? Во-вторых, куда он вообще шел? А в-третьих, когда сумка уже отбагается? Так. Готов. Стоит тут, подствольник и скидывает. Специально байтил. Вот, по-любому. Ага, а места-то нема. Ой-ой. Готов. Сахарок. Фига себе, где прилег. Блин, вот хорошо, что он был не на зажигалках. Иначе все, тут бы и отъехали. Давай, иди сюда. Ой-ой. И динозавра туда же. Просто всех под одно. И, кстати, сумка что-то вообще не хочет работать.
Вот чисто из-за интереса я даже понятия не имею, сколько у нас патронов-то осталось. Показывает 280 на деле по-любому. Либо меньше, либо больше. Так, что у нас тут выпало? Не здесь. А, все, вижу. И тоже розовый. Не, ну МК-ху по-любому берем. Вот знать бы еще, какие обвесы на ней стоят. Было бы на порядок лучше. Все, можно дальше идти. Но я думаю, тут сразу видно, насколько МК-ха высшего лучше, чем МК-ха зеленая. Но оно типа и понятно. Пушка, грубо говоря, за... Ну пусть будет 100 тысяч, и пушка за миллион. Вот прям только что хотел сказать. А остался ли у нас вообще хотя бы кто-то на школе? И здрасте. У нас тут МК-ха работает. Ну и ботинок. Куда же без него? Давай, высуни голову. Я же слышу, что ты прям тут сидишь. Ну? Он хотя бы что-то делать собирается, нет? Давай. Все, готов. И, кстати, моликом-то попал. Хорош. На толку. Лучше бы не попадал, зато, мне кажется, живой бы остался. Я, кстати, уже со счета сбился, сколько мы людей сбрили. Ну, по-моему, 5 или даже больше. И тоже розовый. Это сейчас кто такой? Понятия не имею, кто это, но он нам нужен. Срочно. Забрать типа. Все, готов. Только я так и не понял, он тут вообще откуда взялся? Еще и бот сагрился. Я вот честно офигел бы, если бы последнюю тычку по мне ботинок бы прокинул, и мы бы отъехали. Ага. Все? Место нема? Закончилось? Ладно. Будем как-то умещать, но... Тоже бегать и все выкидывать? Я думаю, нет смысла. Вставай давай. А, ну понятно. Опять баганулось. О, вот это уже совсем другое дело. Но тут просто ноль комментариев. Вот для таких вот, мне кажется, отдельная строчка в бан-листе должна быть. Ну что это за геймплей, просто сидеть где-то в углу 15 минут боя, чтобы потом закрысить. Еще и в конце сезона, когда у всех всего куча. А вот так все хорошо начиналось. Могли же полностью фул карту закрыть. Ну а так все. Я думаю, нету смысла дальше идти с топовой МК-хой. Тут и так все понятно, насколько она лучше. Так что всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом.
ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.